Светлана Григорьевна пришла на личный прием главе городского округа Дмитрию Волошину, чтобы решить волнующие ее вопросы. Например, ее беспокоит состояние Новолужинского кладбища. Дело в том, что после сильных дождей кладбище затапливает. Это вызывает тревогу у местных жителей. Мы ставили погружные насосы, откачали воду. Это западная часть кладбища, она ниже находится, чем другая часть, и перекачали воду. Сейчас рассматриваем вопрос о том, чтобы провести геодезические исследования для того, чтобы определить, куда можно эту воду отводить с этой части кладбища на ландшафт. Глава подчеркнул, что это важный вопрос в жизни города, и в ближайшее время его должны решить. Еще одна тема, которая волнует химчан, это вывоз мусора в микрорайоне Сходня. Жители жалуются, что безответственные горожане бросают мусор вдоль дороги. В результате заводятся крысы и стоит неприятный запах. Была площадка, люди туда привозили мусор, а потом площадку убрали, а они по старинке мусор привозят. Поэтому, люди сюда привозят мусор, им удобно, видимо, подъезжать в это место. Надо его чуть подвинуть от домов. Дмитрий Волошин распорядился установить новые мусорные контейнеры, соответствующие всем нормативам. Проконтролируем. Все, не переживайте. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего хорошего. С целым списком вопросов пришла главе города Валентина Яшина. Это не только жилищно-коммунальные проблемы. Была и личная просьба. Валентина Александровна попросила обновить мемориальную доску на здании лицея номер 13. Там есть фамилия маминого мужа, который... 22 июня был призван на войну, а 13 сентября этого же года в поселке Ярцево погиб, оставив маме двоих детей. Эта доска первоначально была открыта 9 мая 80 года. Она когда умирала, она мне много чего сказала, должна делать, и сказала, что вот следите, ходите к этой доске. Валентина Александровна попросила не забывать героев, которые воевали за мирное небо, и предложила разместить рядом с памятной доской корзину с цветами. Очень много памятников даже, я уже не говорю про мемориальные доски, у нас в Московской области не стоят на учете. Потому что где-то поставили в 60-е годы, где-то в 70-е, никак не зарегистрированы. Знаете, что у нас очень большое количество таких мемориальных досок, они официально не зарегистрированы. Глава городского округа пообещал выяснить статус мемориальной доски. Если она не стоит на учете, ее обязательно внесут в базу и выполнят все пожелания родственников.